Всем привет, мы продолжаем проходить Human Fall Flat. У нас третья локация, которая называется Груз. Написал в 2 часа, что у меня тариф 175. У меня было, я знаю, да, что все стрелья были сняты у вас. Да. Так? Так? Дайте там я пока похожу. Пока Володя тащит, я быстренько читаю и ищу. Я похожу. Пизда. Что там? Откуда мы начинаем вообще? Красный путь. Это что, типа? Красный путь это типа быстрый срез показан или еще? Не понимаю. Верит. Красный данный, наверное. Короче, номер 3, потом разбираемся. И третья миссия. А, это здесь вот заклинило двери. Вложите штабель из 4 ящиков. Это достижение башня. Кооперативное достижение башня. А и все. Заклинило двери и башня. Может нам вот этот ящик пригодится? Или мы не сможем тогда, да, пройти? Можем. О, а вот если делать... Встаньте кто-то один на кнопку. О, заберите ящик, ладно, заберите ящик. О, и ставь его в двери, заодно заклинило сделаем. Сейчас. Блин. Почти. Ну, майже рівно. Так, кому-то должно было Вов кидаться заклинило. Заклинило Вовка или не заклинило? Да нет. Я ж просто не вижу, у меня эти достижения сделаны. Так, все, этот ящик забираем. Или он заклинился, и мы его не вытащим, да? Жень, помогай! Втроем вытащим. Или не вытащим. Там еще можно, о, подпрыгивать. Я так понимаю, нам вот эти ящики... Да, тащи его. Вовка, забирай этот ящик. Я нажму кнопку и утаскиваю его. Я понимаю, почему там написано кооперативное достижение, потому что один должен кнопку держать. Не ящик. Но мы ж... Шики, да? Мойши. Что с собой? А нам нужно 4 ящика таких. Что? Ну ладно, ящик спас. Опа! Я через забор... Так, сколько у нас их здесь? 3, да? Где-то еще 4 должен быть. 3. Может, он дальше будет? Куда он? Блин. А наши их стики туда? То он тебе 4 штуки нужно для достижения. Что? Их надо сюда на подъемник? Из них нужно будет потом построить башню 4 ящика высоты. А нажми кнопку, я гляну, ящик там есть. Есть там ящик, нужно его сначала поднять. Тащим эти 3 туда, да? Давай, да, во. Да, тогда эти опускаем. А мы там их сможем, оно откроет двери. Здесь мы можем... Если мы сдохнем, то, ну, то мы все равно там появимся без сохранения. Да, я смотрю, там просто тоже лифт есть. Кто есть. Отпусти же. Может, воно мультиплеер, то что не пускает там. Может, это типа для одиночного, бо він же ж там на видео кого? Сам був. А заклинило, что не дает Вовке? Нет. Странно. Может, это треба в одиночку играть, тоді воно дав. Так, все ящики на месте, да? Да хоть туда, а я сдохну и появлюсь для вас. Угу. Давай кто-то вот так спускайся вниз. И... О, и вот туда. Давай вот сюда, между вагоном, вот сюда ящики. Принеси ящик вот этот сюда под красный, а я сверху буду закидывать.
А ти, Жень... Його можеш цим красним піджати. Так, так, так. Точно. О, так, да, отак. Готово там? Можна збрасувати? Я зараз чекаю. Ось таку. Орієнтуйся на ось такий от тунель. Поньк. О, попав. Рівно. Мені кажется, даже оно у нас не сделано. Да, наверное, мы такой не займались. Ой, я не помню, что мы такие даже занимались. Я сейчас этим чуть-чуть подштолкну его. Вот так. Все, можно? Рину. Да. Ой, что пикнуло? Башня. Да? У меня ничего не пикнуло. Да, ты сказал, что пикнуло. Не, так я чув, що у Вовіка пікнуло. А, значить у нас є. Значить ми робили все-таки. А це на вихід. Де на вихід? Ну от це я нажав кнопку. Ми типа повинні були ліфтом підняти ящик. А ми що, скинули всі ящики, да? Да. Так ти можеш один підняти. Не, мы можем просто перелезть через стену, вот там, где красная эта штука, там вон стена, город. Точно. Ну, пришли туда, вон. А, чекай, треба, наверное, собі підтягнути трошки. Оба, чпи. Нет, оно там не самое. Надо именно там в дверь пройти. Ну, тоді... А зачем? Переящик. Если мы можем подняться что на платформу, да? Мне ж нажать надо. Я нажму, так выпрыгну. Ящик туда положи. А я, может, его смогу, кстати, смогу вытащить. Угу. Опа. Да. Да. Так, и прыжок! Сука, не допрыгнул. Давай у нас. А, нет, ты допрыгнул. Сука, успел. Думали свалить без меня? Я вам свалю без меня. Так, а це что, уже все, кинец уровня? Конец уровня, а за сколько? За 7 минут? А что так быстро? Я. Блин, давай хотя бы до 8 минут, чтобы было это. Минимальная это, длина ролика, чтобы реклама могла вместиться. Шорт, минус. Прохождение уровня, шорт. Шорт. Так и там еще достижения делали, а если бы мы не делали. Там вообще можно его было быстро. За минуту, за меньше минуты пройти, да. О, все, есть 8 минут длины ролика. Так, ну что, ребяточки, как видите, груз, это была очень короткая локация, мы ее быстренько прошли, там вы можете видеть два достижения, получается, за прохождение и за пирамидку, а, и заклинило, три достижения. Боже, я помню, как я намучился с прыганием по этим штукам, вот сейчас, конечно, может быть. Ну тогда, ребяточки, на этом серию заканчиваем, в следующей серии мы будем проходить, локация называется вроде гора или как-то так. Ну, всем спасибо за просмотр, ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, всем пока!